Вот фото человека по имени Давид Розиэль. Сегодня он национальный герой. Есть деревня Рамат Розиэль, названная его именем. Именем Розиэля названы улицы в Иерусалиме, в Хайфе. Вы знаете, что это был за герой? В Израиле есть стелла с его портретом. Вы знаете, кто такой Давид Розиэль? Он возглавлял Иргун в 1930-х годах. Иргун был подпольем. Это те же люди, что сегодня в Израиле сидят в тюрьмах. В 1930-х годах арабы восстали и начали убивать евреев. Между 1936 и 1938 годами было убито 510 евреев. Официальная реакция евреев была такая же, какую демонстрирует профессор Дершевиц. Хавлага, воздержание. Мы не будем опускаться до их уровня. Они нас убивают, мы хороним мертвых. Давид Розиэль не согласился с этим, но взял на вооружение принцип Талмуда. Если кто-то пришел убить тебя, убей его первым. Давид Розиэль, национальный герой Израиля, заложил бомбу на арабском рынке в Иерусалиме. Во взрыве погибло 27 арабов. Я не в восторге от этого. И он не был в восторге. Но кто мы такие, чтобы сказать невинным и мертвым евреям, мы не знаем точно, кто убийцы, поэтому мы ничего не можем сделать.